Хейо, с вами Шмики, мы продолжаем бродить игру под названием Ори. Помните этого Моки, который нам говорил, что нам нужен клык? Короче, оказывается, клык находится вот в этой части у нас. Вот здесь, вот неизученный. И я понял, как открыть вот этот данный вот проход. Вы помните, мы открыли с вами вот этот проход, а нужно было еще этот. Оказывается, если что, я прохожу теперь другое прохождение из-за того, что... Смотрите... Так не заспойлерить. Вот, видите, уже дальше я изучил. Там на две серии у меня вышло. Однако. Запись слетела, значит, все остальное тоже слетело. И пришлось мне все заново играть. Ладненько. Вот такие сейчас, подожди, а чё я тогда вижу серию не там, где продолжение? Потому что сейчас мы с вами соберем те вещи, которые я сейчас собираю. Потому что... Во втором прохождении их уже собрал. Так, давайте сразу, чтоб я повторно туда не лазил. Мы пока что сюда забредем. Здесь, короче, осколочек Мааны. Говорю сразу, не смотрите, сколько у меня здесь фрагментов и сколько будет потом. Вот, клык наш... Клык Воя, вы нашли новый предмет для задания. Много отваги, задание обновлено. Теперь нам нужно отдать Клык Воя данному питомцу. Ну, не питомцу, а Моки. Я, в принципе, прокачал почти то же самое, что и в этот раз, но немного я там группой прокачал. О, настоящий клык Воя. Уж теперь никто не будет смеяться над Моки храбрецом. Это тебе. Я не только храбрый, но еще и щедрый. Да, у нас их сейчас 5, ребят, но... Говорю же, дело в том, что я повторно проходил. И я не знаю, вот по вот этим моментам, да, типа, по предметным, может быть немного у нас несостыковочка. Так, теперь мне нужно в ту сторону быстро пробежать. Я, понимаете, первое прохождение проходил без хилки. Я вообще забыл, где ее можно найти. А потом я вспомнил, что хилка у нас находится то в этой части. Как было мое удивление, когда я искал не вот это древо, а я искал кристальчики, ну, которые там, типа, способности нам дают. Если бы вы знали, типа, без хилки, да, можно пройти. Единственное отличие, да, от всего этого, это то, что мне пришлось использовать лук. Да, я использовал чистый лук в том прохождении. Ну, потому что хила у меня не было, а мне нужно было как-то, так сказать, сбалансировать эту херню. И я понял, где проход в горы, если что. Я нашел проход в горы, но... Я говорю, вы все равно все это увидите попозже немножко. Так. Не беда. Вот. И у нас здесь с вами закрыто, да? Но мы открыли этот проход. Оказывается, ребят. Вот это у нас небольшое. А, нет, это большое, блядь, я не помню. Короче, не суть. Мы с вами, чтобы открыть вот ту дверь, мы сделали в обратную сторону, поняли? А теперь нам нужно в эту сторону, чтобы открыть это. То есть, как здесь работает? Помните, я говорил, типа, вот это самый низкий, да, типа, то высокий. Наоборот, вот это самый низкий, оказывается. Я много раз прыгал, я думал, блядь, я менял все, поэтому Итак, все. У нас открывается проход вниз. Чирик. Проход в подлунные норы открыт. Здорово придумано. Так, ребят, теперь что мы делаем? Мы нажимаем кнопочку выход. Нажимаем ОК. Объясняю почему. Как я и сказал, я проходил заново. Продолжение, то есть, пески, там я в пески пошел.
Я немного сгорел от песков в плане того, что туда, куда должны были пойти, мы не сможем пойти. Ну, я не буду спойлерить почему, но я все равно туда схожу. Поэтому сюда, тихий лес, полетели. Сейчас немного вы увидите, что да как у меня здесь. Здесь у меня тоже открыт сразу же проход вниз. У меня здесь найден клык. То есть проблема в том, что я уже это все понаходил, да, для сдачи задания. Поэтому я сейчас заново, ну как, решил здесь от этого сейва вам показать. Я, наверное, вот этот момент с хпшкой, да, я решил, когда я попал в эту локацию. Я типа думал, что... Не, блядь, чё за черт? А потом я понял, меня осенило. Так, ладненько, давайте, короче, полетели. Быстренько, не будем тратить время, я так потратил, считайте, минут на то. Пояснение, объяснение. Какие отличия теперь здесь у меня есть? Отличие здесь в том, что я прокачал магнит на максимум. Нет, там, магнитик на максимум. Здесь у меня, в принципе, стоит все самое важное. Мне нужно еще одну ячейку открыть, это будет дальше. И я поставлю себе урон по насекомым. Ну, если, конечно, я ничего прикольного потом не найду. Так, дальше у нас идет с вами развилочка. Я могу, в принципе, сейчас сюда просто перепрыгнуть. Но дело в том, что я не весь сюда сам и так пойду. Я буду вам показывать то же самое, что я, в принципе, делал и на видео. Я посмотрел туда, вижу там какой-то спуск. Я пошел в эту сторону. Здесь, в принципе, ничего, кажется, не будет. Это как раз та территория, по которой мы шли, чтобы найти нашего птенчика. Если вы помните. Так, дальше, что у нас здесь? Сразу я буду искать все... ХПшки, вот, здесь как раз у нас боевая аренка. Да, сразу ее использую. У нас проблем никаких не будет. Я уже... Ай, не привык. Сделаем так, чтобы он хотел атаковать нас, и просто атакуем его сами. О, да, вот здесь вот. А вот это я не понял, что за... А, это паук. Вон, что это за херня летает. Ладно. Бляй. Они довольно сильны, поэтому их лучше остерегаться. А куда паук делся? А, вот, точно. Бац, бац. Ну, эти легенькие. Все, изи. Я как говорил, я до того момента без хилки вообще ходил. Ну как вы. Я. Понимаете, я иду, я все локации заново ходил, там, где еще не был. А потом я иду и вижу дерево, типа плитка светит. Я думаю, что за херня? Подхожу к этой плитке и там. Ну вы поняли. И там было восстановление ХП. Как мое было большое удивление, то, что там это есть.
Так, как я и говорил, нам нужно сейчас с вами поставить урон по насекомым. И, в принципе, здесь больше ничего такого нету, но здесь еще, если вы получаете из врагов больше сфер... Ну, не жизни, а вот это вот. На две. Хотя, блин, на две сферы. Это не так уж много. Ой, ладно. Я научился хорошо зато пользоваться луком. Не поверите, но это так. Е-бой. Если что, нам нужно было не с помощью этого летуна. Пойди сюда, прилетит, ладно. Не суть. Не суть. Не суть. Так, я не помню, здесь, кажется, секретка, да, была? Не помню. Так, вот это вот кусочек песочка. Но нам потом пригодится. Охотничье угодье у нас, локация. И будет момент, на который я просто здесь немножко с вами ускоримся потом. Вот это мы с вами потом научим. Вот, здесь я потратил 10 минут. Так что, куда б я ни шел, меня постоянно убивали. Ну теперь я зато понял, куда мне хотя бы нужно прятаться и все в таком плане. Да, с ним драться мы не будем, нам только нужно просто прятаться. А что? Не знаю, но я пустыню всю исследовал, типа дальше пустыни никуда не ходил. Вот, когда он отворачивается, нужно бежать. Вот, он меня почти убил. Ой, ой. Вот, спрячемся сюда. Я всегда от этой палки быстро туда, я не понимал, что делать. Но это на самом деле не очень понятно. Вот здесь вот. Я, наверное, раз 8 сдох. Тут надо, короче, когда он отворачивается, бежать. И тут бежать до этого момента, до этой горы. А он меня постоянно в этот момент ловил, и я умер. Ух! Как-то так. Попытаюсь меньше времени тратить. Вот и все. Мы дошли до сейва. На этот момент, как вы поняли, я потратил 10 минут, черт, своей жизни. 10 минут своей жизни. Вот это мы пока что не сможем забрать, пока что. Это цветочки, которые жирают. Здесь очень много мест, где можно будет потом засейвиться, где-то что-то найти. Но мы с вами, я говорю, это все попозже найдем и соберем. Мы видим в песке призраков. Ори, здесь жили горлеки, пока упадок не загнал их в шахты. Неужели такая судьба постигнет весь Невен, если не вернем свет? Не знаю, не знаю. Кто знает, кто знает. Так. Ой, здесь вот эти червяки лазят. Сюда мы пока что не можем попасть. Песочек здесь разрушим, когда на него наступаешь. Хоп, как убить слизня? Готово. Здесь мы тоже пока что... Тут лопата. Ну, скорее, либо с ней что-то можем здесь сделать, но я потом ее
понял, что с ней нужно сделать, поэтому, ребят, немного попозже к ней вернемся. Так, туда нам не попасть. Прощай. А, так это труп уже был. Хм, ну ладно. Бам. Бам. Ай. Также я одну вещь понял, что я могу бить. Прыжок, бить. Сейчас покажу. Прыжок, удар, прыжок, удар. Я, кажется, двойной, да, сделал удар. То есть, я могу себя еще выше поднимать. Вы поняли, в чем прикол? То есть, я могу себя хер знает куда поднять. Так, туда мы пока что не можем попасть. Не бойтесь, то, что мы сейчас бежим, я на карту не смотрю, как раньше. Просто дело в том, что... Все равно нам туда нужно будет вернуться. Да, вот. Он атакует, это жесть. Это жесть. Просто жесть. Сюда нужно вообще было иным путем попадать, но я слишком умный, как вы знаете. Со своими прокачками, со своими тактиками залазить куда-то, даже куда мы не можем залезть. Я только сокращаю нам специально путь, ребят. Типа я сокращаю нам время. На те или иные действия. Так, погнали сюда. Да, сейчас я буду пытаться. Я туда залез, если что. Вот, как и сейчас. Иди отсюда. Ты нам пока не нужен здесь. Чё? Я сдох? Серьезно, мэн. Окей, окей, окей. Так, ладно, отсюда пока лучше уйти. Это дружелюбный шахтер. Горляковый шахтер его зовут. Можно тебя на минуту? Не бойся, в отличие от своих сородичей, не подался искажениям. Ну, возможно, одна неприятность. У тебя водички нет? Так вышло, что моя фляга упала и разбилась. То есть нет, жадва меня не мучает. Мы, горляки, народ стойкий. Я еще неделю в этой пустыне спокойно проживу. Но глоточек воды раз в пару часов освежает дух. А моему духу сейчас очень нужно освежаться. Слышится. Можно тебе... Так, было, да. Вот, мы получаем здесь как раз то, что нам необходимо. Это новая способность. Подкоп называется. Как он работает? Когда мы на песке или почти около песка, мы можем нырнуть под землю. Здесь работает та же схема, мы не можем контролировать себя. То есть, если он врезался в стенку, он сам отбивается и едет туда, куда надо. Поэтому здесь немножко, так сказать, неспокойно. Ну, типа тактика. И с этим будет очень много всего завязано. Так, сразу сейчас засейвлю, ну как не засейвлюсь, а использую этот, чтобы не активировался там, где нам нужно пройти. В гоночке мы и сыграем. Во всем мы сыграем. С помощью песков мы можем также себя вверх подкидывать. Приветствую. Слушай, а дух вообще воду пьет?
Если да, боюсь, тебе придется поискать ее где-нибудь в другом месте. Кто-то скажет, что здесь слишком пусто для карт, но ведь пески время движутся, можно составлять карту за картой. Кстати, это карта. Не желаешь приобрести карту? Давай. Благодарю. Так, у нас, в принципе, открылась карта. Ну, ладно, полетели отсюда. Теперь мы много куда можем с вами попасть. Вот, допустим, сюда. Этих червяков очень легко теперь убивать, когда они в песках. Так, тихо. Мы тут еще упустили. Я немного научился пользоваться этой системой. Мы можем, в принципе, сейчас сразу с вами само назад отправиться, пока еще не поздно. Хотя я могу просто телепортнуться сюда. Да не мучиться. Слишком долго отправляемся. Так, окей. Сразу давайте я карту немного. А даже хотя мы находимся в песке, эта херь нас может атаковать. Все, мы выбрались отсюда. Карту немного себе прокачал. Готово. Теперь мы можем изучать ту, где мы... О, стоять. Там что-то еще было. А-а. Ну ладно. Я и так залезу сюда. Ау. А если бы коснул? Вот что он злится все еще на меня. Он же меня не видит. О, теперь не видит. Так, гуликовая руда. Когда не понимаешь, где что. И не понимаешь, куда что. Когда. Да. Так, сюда, там гонки у нас как раз, перегонки. Как я, да? Будь. Это забираем. Сейчас в гоночку мы сыграем. А в гонке здесь все завязано чисто на... Нам нужно отсюда, вот сюда, на это пум, зацепиться, пролететь вниз, вниз, сюда, потом вверх. Здесь я немного затупил, потом бац, сюда, бац. Потом сюда. Ну, короче, я думал, я проиграю, но я сокращал пути, обрезал их. И я обогнал его. Ой, кажется, я просрал. Ладно. Со всеми бывает. Я рано вылез просто с песка. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Нет! Ох, я бы сейчас снова мог запороть это все дело. Плюс 1000. И, блин, вот... Вот этого чела очень прикольно убивать под песком. Я вам скажу, эти черти тоже довольно сильные под песком.
Я могу его бить и снова в песок прятаться. И это очень хорошая тактика, вам скажу. Так, вот, как раз, зачем нам песок? Мы подкапываем, и здесь есть зловещий камень. Вы нашли новый предмет для задания. Он как-то зловеще светится. У нас здесь появляется местечко. Бац. Готово. Будет очень много таких вот опасных моментов, где покатушки будут опасными. Как вы видите, они наносят довольно много. Поэтому лучше в этот момент иметь себе много хп. Достаточно много, чтобы не сдохнуть. Вот я здесь тупанул, здесь нужно вот так, хоп. Сейчас мы еще туда заберемся, мне нужно будет позабирать то, что там. Так, иди отсюда. Так, отхилиться. Сферу забрали. Все готово. Вниз, 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 вниз. Рывок. Дальше. Нет, нет, нет. Как я понял, он походу, когда наносит нам урон, он не получает в ответ урон. Вот с этим я вообще не понял. Типа, что мне тут делать? Как мне попасть в ту сторону? Ну, типа... А, вот, точно. Здесь обламывается. Оп. Жизнь. Жизненная сфера. Ну, как вы поняли, благодаря песку мы теперь можем много куда попасть. Вот видите, он меня ударил, то есть ему урон нанесся. А, здесь шахты такие. Три удара и огонь. Бац. Бац. Вот сюда еще не попадал. Если честно говорить, и сюда еще не попадал. Вот как вы видите, тут можно как-то попасть вниз. Но мне нужно запустить колесо. Механизм, я не знаю, где запускается. И главное, что тут ничего так... Ой-ой-ой. Нельзя подбить самому. Иногда ты вообще даже не понимаешь, как тебе попасть в ту или иную поверхность. Типа... Тоже момент такой. Несприятный. Так, так, так. Здесь нам нужно уничтожить
Я по нему просто прыгал. Потому что у меня еще не было способности подкопа. Последний рубеж. Вы получили новый осколок душ. С ним вы наносите на 20 больше урона, когда у вас меньше 15% для использования, нажмите там. Ну блин, здесь понимаете, дело в том, что у меня почти столько хп никогда не бывает. Как вы понимаете. Поэтому... Он на самом деле бессмысленный. Окей. Вот там, блядь, осколок я... Ну его нужно, по идее, с этой стороны было брать, если не ошибаюсь. Так, теперь мы можем с вами... Сюда пойти. Сюда. 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 Парашют. Сюда. Сюда, сюда, подкоп. Бэм. Бэм. Умер. Нужно куда-то дойти, блядь, и сохраниться, потому что так я скоро сдохну. Так. Монетки, монетки, монетки. Они только один раз здесь, по идее, руда эта появляется. И все. Ой, мы там уже были, тё. Ну а давайте тогда где-то здесь я остановлюсь. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.